Театральное искусство давно перестало быть чем-то недостижимым. Сегодня театры ставят спектакли прямо в зале, отказываясь от традиционной сцены, ведут диалоги со зрителями во время постановки и выпускают тизеры к новым спектаклям, как в кино. Как раз о таком актуальном подходе в Приморском театре молодежи узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас сегодня в гостях режиссер театральный Герман Авеличев и менеджер отдела по работе со зрителем Приморского театра молодежи Антон Шифатов. Здравствуйте. Вы у нас уже не первый раз в гостях, вот, и про театр молодежи всегда поговорить интересно, узнать, что нового там происходит. Расскажите, я знаю, что у вас сейчас готовится спектакль. Герман, ставите его вы. Это ваша первая такая серьезная работа. Очень хочется узнать подробности. Спектакль по повести Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Да, это действительно, как вы уже сказали, моя первая режиссерская работа серьезная. Спектакль был большой, ответственность большая за материал, потому что я режиссер молодой, и, конечно же, там сразу возникли вопросы, там, а не рано ли ставить молодому режиссеру такое большое произведение. Репетиции уже идут, как, с переменным, может быть, успехом, но я думаю, к концу ноября мы справимся. Как сейчас проходят вообще репетиции и в какой постановке, в каком, наверное, может быть, жанре будет этот спектакль? Потому что Булгакова «Собачье сердце» ставят часто, да? Ставят по-разному. Как вы видите это произведение на сцене? Жанр спектакля я обозначил как бессмысленный опыт в двух действиях. Насколько он бессмысленный, наверное, только сможет сказать зритель, когда увидит. Репетиции идут, так как у нас в театре молодежи вообще все происходит очень быстро, то у нас репетиции такие совмещенные, когда мы пытаемся совместить и актерские какие-то компоненты с техническими. То есть мы параллельно, то есть я работаю с качеством игры актеров, и мы параллельно сверяем свет, музыку. Как-то все происходит в такие сжатые сроки. Как-то всегда принято все это разделять, но сроки маленькие довольно-таки, приходится так действовать очень оперативно. Антон, а как вы думаете, понравится ли новый подход, постановка вот зрителям? Я думаю, да. Постановка, судя по тому, что Герман ставит на данный момент, она будет выполнена как совмещать какие-то приемы и нового театра и классические. Вот, и поэтому, мне кажется, для всех категорий зрителей будет интересно. Да, если говорить, кстати, в каком ключе постановка, это, на самом деле, вопрос сложный, потому что меня всегда спрашивают, а в классическом или не в классическом ключе она будет? Я всегда теряюсь, потому что классическое прочтение произведения — это вообще все очень относительно. То есть, я всегда говорю, ну вот костюмы у меня соответствуют той эпохе, 1924 год, место действия. Допустим, в плане музыки я позволил себе некоторую вольность, там есть и какие-то современные исполнители, и исполнители тех лет. То есть, ну, я не могу сказать, как это, современно или несовременно, классически или не классически. У нас сегодня вообще, получается, в театрах нет понятия, да, какой-то классики или чего-то современного, то есть осовременить можно все? Или все-таки... Ну, это зависит от режиссера, от того, как он придумает. Есть такие режиссеры, которые вот ставят классически, которые боятся каким-то образом вообще отклониться от текста, считают это, может, каким-то даже кощунством. Есть те режиссеры, которые произведения переворачивают с ног на голову, переносят, не знаю, в будущее, в прошлое. Это все зависит от режиссерского решения, от формы, от подачи. А почему, кстати, было выбрано произведение «Собачье сердце»? Ну, тут сошлось очень много компонентов. Во-первых, это одно из моих любимых произведений. Во-вторых, когда я думал о распределении ролей, у меня получилось так, что роли разошлись моментально. Как-то я уже понял, что вот этот человек у меня вот эту роль будет играть, этот человек там профессор или Шарикова. И даже на каждую роль у меня даже было порой по два, по три варианта. Это, то есть, очень важно, потому что нельзя играть Гамлета, если у тебя нет Гамлета. А тут роли вот разошлись. И мне кажется, еще очень важный компонент, то что на самом деле «Собачье сердце» в театрах ставится довольно-таки редко, на самом деле. То есть мы все помним фильм, а постановки
не знаю, можно по пальцам пересчитать. Там последняя постановка, которая там нашла какой-то отклик, стала известна, это постановка Генриетты Яновской в «Московском тюзе». А так, в основном, я не знаю почему, «Собачье сердце» ставится в каких-то частных театрах. Мне непонятно, вот почему государственные большие театры редко обращаются к этому произведению. Антон, а чем сегодня можно зрителя зацепить, скажем так? Вы имеете в виду в плане постановки или... Да, как замотивировать, может быть, даже прийти в театр? То есть если сейчас в спектаклях появляется что-то новое, какие-то ищутся новые формы, привлекает ли это зрителя больше? В театре всегда что-то ищется, и всегда какие-то новые формы появляются. Тут дело на самом деле, маркетологов театральных и зрителя. Понять, что театр — это не какое-то там нафталиновое искусство, не нечто устаревшее, что театр актуален, интересен, что это современное искусство. Другое дело, что постановки, конечно, разные бывают, но разные способы презентации материала, разные способы его рекламы и... На рекламу мы делаем сейчас, кстати, особый акцент. И добавлю просто слова Антона Сергеевича в том плане, что помимо качества спектаклей, еще нужно очень тщательно подходить, скажем так, к сервису. Mm-hmm. То есть вот мы сейчас работаем над тем, что мы пытаемся придумывать какие-то театральные акции, то есть чтобы зритель пришел не только на спектакль, но и на что-то интересующее, на какую-то, не знаю, как это правильно назвать. Ну, вот то, что мы организовываем. Должна быть какая-то событийность. Да, событийность, конечно. То есть спектакль должен быть уже, не сам по себе, то есть зритель не только на спектакль идет, а чтобы получить какие-то эмоциональный, интеллектуальный опыт. На все, что творится возле него. То есть мы каждый раз, когда делаем какие-то спектакли, мы стараемся как-то украсить фойе под тематику спектакля. Что-то, что подготовит зрителя к тому, что он увидит через несколько минут. То есть нужно работать еще с пространством, которое находится вне сцены, и как-то тоже заинтересовывать в этом зрителя. Вот. Но это относится к театру. А в плане маркетингового продвижения, мы снимаем ролики, тизеры для спектаклей. Это в нашем городе, да и вообще, наверное, в театральной среде это не такое распространенное явление. Вот. Мы этим занимаемся и планируем дальше снимать. Я думаю, к роликам мы еще вернемся, но мне очень еще хочется спросить вас, Герман, как к вам, как к молодому режиссеру, относятся актеры? Ужасно, воспринимают ли они вас серьезно? На самом деле, конечно же, в этом плане приходится иногда довольно-таки трудно, потому что молодой режиссер, не обладающий каким-то авторитетом, у которого нет еще каких-то поставленных работ, то есть, конечно же, возникает порой вопрос, а компетентен ли он в том, чтобы ставить спектакль, и опять же, как я повторюсь, такой большой материал. Но тут очень важно, конечно же, с актерами договориться. Существует же начальный этап, это этап читок, когда вы сидите, просто разговариваете. Разговариваете о произведении, разговариваете друг о друге, что-то спрашиваете друг у друга. То есть происходит какая-то связка. И вот это очень главный этап, договориться с актерами. Конечно же, в процессе происходят какие-то споры, могут быть даже конфликты, но это естественно. То есть театр без конфликтов, без ссор, такого не может быть. Мы все люди разные, и мы все спорим. Но тут еще важно понимать, что в данном случае, допустим, я режиссер, соответственно, мое слово решающее. То есть актеры, как правило, с пониманием к этому относятся, и в итоге, даже если они не согласны, говорят, ладно, мы сделаем, как ты говоришь. Антон, расскажите еще поподробнее про продвижение. Как сейчас театр, да, привлекает зрителей? Вы выпускаете какие-то ролики, да, активно ведете в соцсети, скорее всего. Вот, можно этим поделиться? Театр должен активно взаимодействовать со своей аудиторией, он не должен замыкаться на себе. А у нас в отношении русского театра это очень актуально, потому что во многих театрах есть устаревшие какие-то представления о том, что театр — это такое элитарное искусство, и оно как классическая музыка, как филармония, оно должно быть вот таким вот
для особых людей, которые этим должны интересоваться. Ну, театр — это живой организм, который должен, ну, на мой взгляд, отвечать духу времени и во всем отношении, в плане искусства и в плане взаимодействия с публикой. Это, да, это тизеры, которые мы снимаем, это соцсети, это какие-то рекламные акции. Но, к сожалению, все упирается в финансовый вопрос. Вот. И, может быть, не происходит того, что хотелось бы, то есть такого активной какой-то работы и каких-то... Но мы делаем все возможное. Но мы делаем все возможное, что в наших силах на данный момент. Ну, да. А чего хотелось бы? То есть что пока не получается? Больше акций проводить, больше каких-то... Ну, вот мы, например, где-то к зиме выпустим накопительные сертификаты. Вот такая вот работа с публикой. Что это такое? Ну, то есть зрителям, когда они приходят в кассу к нам, им с билетом выдается накопительный сертификат, где будут ставить штампики о посещаемости. Вот, и там пятый спектакль, который они посещают, он у них бесплатно идет. Угу. Вот, делаем вот, все возможное для привлечения вот зрителей. Вот такие вот моменты, да. Вот хотелось бы, чтобы этого было больше, но мы стараемся. И мы очень хотим, конечно, нашей целью является налаживание обратной связи. Да, мы очень хотим, тоже, чтобы зрители писали свои отзывы в социальных сетях. Сейчас это происходит не так активно, как хотелось бы, но вот мы над этим работаем. Сейчас мы в театре, у нас уже стала добрая традиция проводить читки. Это вот один из моментов, когда эта обратная связь, она проявляется, потому что после того, как происходят читки, мы остаемся и обсуждаем со зрителем увиденное и услышанное. То есть они высказывают свое мнение, как-то благодарят, но могут протестовать, но тем не менее вот этот разговор происходит. И мы очень надеемся, что эти читки, совместные с проектом «За драма», который возглавляет Виктория Костюкевич, продолжатся. То есть это не последняя наша читка будет. И на самом деле зритель очень активно идет на обратную связь вживую. Вот у нас буквально на воскресенье было прощание со спектаклем «Одноклассники». И полчаса зрители не отпускали актеров, делились своими впечатлениями, мнениями. Это было очень интересно и как бы показательно. Возможно, вот в этом направлении тоже стоит двигаться. Ну, даже не какие-то такие важные события, как прощание со спектаклем, а может быть, обыкновенные показы совмещать с какими-то обсуждениями. Ну, тут вот еще роль уже... играет, опять же, вот эта эксклюзивность. Вот сегодня последний спектакль, ну, успейте, да, сказать. Поэтому мы вообще стараемся придумать какие-то такие вещи, которые провоцируют зрителя на вот этот диалог, потому ну, вот это очень важно. И поэтому для этого и существуют эти акции, для этого существуют эти читки. Мы еще будем что-то придумывать. Ну, цель одна. И я видела ваш ролик, и не один, которую вы выпускали к спектаклям, да, uh-huh. Есть вот ролик на «Собачье сердце», да, на спектакль, который выйдет в ноябре, uh-huh. То есть это как в кино, то есть вы выпускаете маленькие анонсы, правильно? На какие еще спектакли у вас тизеры выходили? Мы сняли два ролика на спектакль «Завтра была война», ну вот, и ролик «Собачье сердце», то есть это еще вот то, что набирает обороты, мы еще собираемся снимать, но вот мы только начали, а сами ролики на самом деле это... Такая некая вообще зарисовка на спектакль. Это мы их снимаем вообще в самом начале, когда еще спектакля самого нет, даже в помине, даже еще ничего не разведено, есть только какие-то мысли. Это вот мы, наши зарисовки. Ну и, конечно же, они созданы для того, чтобы интриговать. Потому что, на самом деле, грамотно снятый тизер — это, ну, вот, гарантия вот этой интриги, пробуждение интереса у зрителя. Я думаю, что не все наши зрители, да, наверное, видели эти тизеры, и я предлагаю сейчас вспомнить о каком-то из них. Сейчас мы посмотрим тизер на спектакль «Завтра была война». До свидания, друг мой. До свидания, милый мой. Ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Ваш
ваши тизеры на спектакле, они снимаются в черно-белом цвете. Почему? Как... Цветных я еще не видела пока. Как просто так совпало. Вот мы снимали «Завтра была война», советское произведение. Ну, как-то сняли в черно-белом. Стилистика так была. У нас как бы это не... Мы не специально так сделали. То есть будут цветные, не переживайте. А кто придумывает, кто вот ставит, инсценирует? Изначально идея это Германа была. Да, но потом эти люди все переделывают, все, что я придумал. Говорят, нет, это плохо, мы сделаем вот так. Эти люди. Ну, конечно же, это совместное творчество. То есть, конечно, есть какая-то идея, но потом в ходе его воплощения что-то меняется. То есть творческая группа это Герман, я и наш коллега, друг Даниил Гончаров. Вот. Мы втроем снимаем эти тизеры. А их где-то можно увидеть или только в интернете? Может быть, они крутятся в кинотеатрах? Там, нет, они нет? пока есть только в социальных сетях, потому что реклама в кинотеатрах – это вещь платная. Пока мы не можем себе это позволить, к сожалению. Ну, вообще, да, было бы здорово, конечно, если бы еще перед каким-нибудь фильмом, да, помимо тизеров к предстоящим картинам каким-то кинематографическим, еще и на спектакле. Ну, мы будем к этому стремиться когда-нибудь. Да. Герман, расскажите еще немножечко про себя, как про молодого режиссера. Вы ориентируетесь на кого-то тоже из молодой среды, может быть, на режиссеров из Москвы или из Петербурга или еще откуда-то? Это вопрос, какие у меня авторитеты в режиссерском мире? Да. Из театральных режиссеров мне очень нравится творчество Сергея Жиновача, Юрия Бутусова, Камы Гинкаса. Но я не могу сказать, что я на них ориентируюсь, потому что все равно нужно, конечно же, пытаться придумывать что-то свое. Это очень сложно в 21 веке, потому что уже все придумано до нас. Но я на самом деле ловлю себя на мысли, что когда я смотрю спектакли каких-то гениальных режиссеров, я понимаю, что все, зря я посмотрел, потому что я сейчас буду делать вот так же, как они. Тут, конечно же, очень сложно, потому что давление вот этого авторитета, ну, мешает тебе мыслить самостоятельно. И вообще, есть такая ловушка, когда ты молодой режиссер, когда ты начинаешь работать над спектаклем, ты порой ловишь себя на мысли, что ты занимаешься не тем, что по-честному разбираешь произведение, а ты ловишь себя на мысли, что ты пытаешься сделать интересно. И это вот очень большая ошибка, потому что так, что-то мне эта сцена очень скучная, меня не поймут, я же молодой режиссер, я же должен тут что-то накрутить. Потом останавливаешься, так, все, спокойно. Мы никого не пытаемся удивить, никому не пытаемся что-то доказать, показать, просто надо заниматься работой. А во время работы вы еще приглашаете кого-то оценить со стороны, может быть, или вам хватает и своего собственного взгляда? Ну, как правило, бывает, заходят коллеги, то есть я этого не запрещаю. Но, кстати, мы с Антоном Сергеевичем думаем даже над тем, но это, конечно, только в наших мыслях, устроить какой-то день открытой репетиции, когда мы сможем позвать людей с улицы, чтобы они посмотрели. Но это все в стадии разработки, потому что это очень щепетильный процесс, потому что порой актеры к этому не готовы, потому что репетиция – это процесс такой интимный, и тут надо, конечно, договориться. Я думаю, что напоследок стоит сказать еще два слова о спектакле «Да, собачье сердце», позвать их на премьеру. Я предлагаю вам это сделать. Хорошо. Уважаемые зрители, 24-25 ноября мы все ждем вас в Приморском краевом драматическом театре молодежи на спектакль «Собачье сердце». Приходите все, думаю, будет интересно. И еще следующий спектакль будет после премьеры 1-2 декабря, а дальше уже в конце января, так что успейте. Друзья, ну спасибо вам большое, что вы пришли, что вы поделились какими-то новостями, да, из мира нашего театра молодежи. Я очень буду ждать ваших открытых репетиций. Мне кажется, это очень интересная затея. И если вы ее реализуете, я уверена, что люди придут и всем понравится. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на 8-м.